В зале заседания районной администрации состоялась 43-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования. В ее работе приняли участие председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидакоев, первый заместитель главы района Руслан Емыков, главы сельских поселений, депутаты райсовета, руководители управлений и ведомств. В ходе работы сессии были рассмотрены два основных вопроса. По первому из них — о проведении конкурса для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район — выступил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации от 06.10.2004 года номер 131 ФЗ, законом Республики Адыгея о местном самоуправлении от 31.03.2005 года номер 294 устава муниципального образования Кашхабльский район, положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выбора главы муниципального образования Кашхабльский район, Совету народных депутатов необходимо принять решение. В связи с истечением 11 октября 2022 года срока полномочий главы муниципального образования Кашхабльский район в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выбора главы муниципального образования Кашхабльский район назначить на 17 сентября 2022 года конкурс по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район. Начало конкурса — 10 часов. Место проведения конкурса — актовый зал здания администрации муниципального образования Кашхабльский район, расположен по адресу Кашхабль, у Дружбы народа 58. Конкурс провести в порядке, установленном положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выбора главы муниципального образования Кашхабльский район, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район номер 156 от 20 июня 2022 года. Предложение по персональному составу конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльского района могут быть поданы в порядке, определенном положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльского района и выбора главы муниципального образования Кашхабльского района в Совет народных депутатов муниципального образования Кашхабльского района в период 16 июля 2022 года от 26 июля 2022 года включительно, в рабочее время с 9 до 16 часов. Заявки кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район с приложением заполненных документов по форме, установленной положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выборы главы муниципального образования Кашхабльский район представляются кандидатами в конкурсную комиссию, расположенную в здании администрации муниципального образования Кашхабльский район в период с 29 июля 2022 года по 17 августа 2022 года включительно, в рабочее время с 9 до 16 часов. Выборы главы муниципального образования Кашхабльский район по результатам конкурса, проводимый Советом народных депутатов муниципального зала Кашхабльского района, провести в актовом зале здания администрации муниципального зала Кашхабльского района 7 октября 2022 года в 10 часов дня. Опубликовать настоящее решение в газете «Кашхабльский вест», а также разместить на официальном интернет-портале муниципального зала Кашхабльского района. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Кашхабльский район собравшимся доложил начальник отдела имущественных отношений администрации Азамат Хупов. По всем озвученным вопросам парламентарии приняли соответствующие решения.